что-то за 4 года не сделал себе режим. Сложно это сделать. То есть ты же... Вот, когда, вот возьмешь себя в руки, да, ляжешь в 9 вечера и хули ты уснешь, что ты уснешь все равно только тогда, когда ты, блядь, ложился перед этим. Ну и валяйся, хуйня, блядь. А это срань про то, что надо не поспать один день и потом лечь в нормальное время. Это не работает. Все равно проспишь 3 часа, будешь только, блядь, нахуй не спавший. Еще более не спавший и злой, блядь. Чем без этого. Это не работает просто. То есть режим выправляется только когда нагрузки есть физические. То есть вот когда в качалку начинаешь ходить, режим сам выправляется. Потому что ты приходишь, и, ну если ты вечером качаешь, приходишь вечером с качалки и врубаешься к хуям сразу. Силой ломать режим очень стрёмно, стрёмно. Ты хуйня, не работает. Не работает. Нельзя просто сидя на жопе выправить режим. Надо дневную активность менять. То есть куда-то там выходить, где солнце светит. И вот эта вся хуйня. Нагрузки, всякое такое. Просто сидя на жопе, ничего не сделаешь.